разбирая старые архивы, наткнулся на видео о том, как качали с одним моим товарищем мед. Для меня вообще это был первый опыт общения с пчелами. Я их раньше боялся. Вот, оказалось, что такие прикольные создания, особо не кусучие. А друг, для него это был также, наверное, первый опыт. Он о них что-то слышал, но вот решил попробовать заняться пчеловодством. Что из этого получилось, ну, я думаю, будет понятно из этого ролика. Что хотелось бы отметить, это то, что видео было снято в 2016 году. Снимал я его на свой телефон. Это был Samsung S3. Именно поэтому я люблю Samsung и не вижу себя с каким-то другим телефоном. Налепили этих уже сверху. Сейчас резать сейчас можно. Ну, пока вроде не пристают. Пока не карка. Слышь, ну тут их уже нет практически, Лёх. Мне кажется, они на оборону кинулись. Так, верх у нас весь запечатанный. А, ты имеешь в виду, что рамки все приклеены, да? Угу. Ну это они сами клеют? Угу. Пошла. Сейчас будем забирать мед. Ух-ух-ух, я какой, как масло. Что, надо подымить чем-нибудь, нет? А то они налетят туда, да? Кого? Бравство. Какого? Из другого улья? Да. Они могут так сделать? Да. И кого они могут? Они у нас там уже внизу. Что внизу? А, они вверх весь забили, да? Вот тут много будет их сейчас. Ну-ка, ну-ка. Тут много. Что, дымить, не? Дыми, мами. А? Дыми, мами. Сейчас. Просто крайне еще. Так. До конца. Я вижу. Не запечатано. Открываю. Закрываю. Жужжат прям сильно. Сейчас рамку буду ставить, это уже моего, я наващиваю. Это их там два ряда рамок получается, да? У них там еще внизу это гнездо. Слушай, сколько же, интересно, улей этот весит сейчас? Улей? Да. Очень духовый. Там у него внизу в два раза больше эти рамки. Эти вот полурамочники, а те в два раза выше.
Так, и знаешь, большие рамки на 30. Ну, я понял. На 15, а те на 30. Даже и дымить не пришлось особо как-то. Ну, они ж пока все взятки. Это, глядишь, обойдется еще, да? Еще там, да, по-моему. Просто не бывает, вот защищай. Я понял. Там с той стороны было много. Что, забираем и уходим, да? Да. Так, ты накрывай их тогда всех, наверное. Лучше. Первый раз делаешь? Ну, ты видел, наверное, просто как это делается, ну, да? Ну, как-то видел, да, но... Как? Вообще, живут. Вообще, мне удивительно, глянь, пока ни одной пчелы нет. Да, они тут и не будут. Они там, ну, есть. Я просто видео смотрел всякие на ютубе, я видел, как это выглядит. Я почему-то думал, что там гораздо все серьезнее. Так, это надо быстрее туда, да? Ну, что-то немножко режешь. А ты той стороной отрежешь. Надо с одной стороны распечатать или с двух? С обоих. С обоих, ничего себе. Слушай, а может его нагреть как-нибудь? Нет точилки? Точилки нету. У меня есть мой ножик, я не знаю, поможет он тебе, нет? Лишь бы они не просекли фишку, что мы тут чем-то занимаемся, еще прилетят. Слушай, а ту сторону они как будто и не запечатали. Ну, они начали ее. Такое так может? Так мед уже зрелый. Просто она длиннее, чем эта. И тут он как будто темнее, слушай, глянь. Ну, она, во-первых, сот потемнеет, а посветлее. А может быть, может быть, время разное, она могла с чего-то другого набрать, да? Может, время разное, да. В ту сторону. Это чуть-чуть. Это на крайне, нам потом не замыть с крайне. А есть разница? Да. Как ему? Она больше. Слушай, а почему он из распечатанных не вытекает? Потому что он зрел. Зрел был такой. Короче, я так понял, нам надо все четыре вот этих вот набить такими рамками. Скользкий. Короче, принцип понятен.
Так, это уже откуда-то повылазили. Ну, мы же их стряхнули. Там с той стороны, смотри, еще есть. Кусается, да? Пытается или укусила? Сам откроешь? Забудел, если сейчас там берем. Вот, видишь, одну пригнали, да, не одну, несколько. Они теперь из-за этого. Вон лежит тоже. Вот она одна. Вон еще на рамке лежит. На черной рамке. Ой-ой-ой, на меня кидаются. Отойди. Они чувствуют, что возня какая-то идет, да? Миш, понимаешь, что мёд забирают. Так, еще одну, да? Одну заберем, и две еще останется. Да. А те вот нижний ярус мы пока не будем трогать, как ты говоришь, да? Мы их переставлять будем потом. Наверх? Да. А вот это сейчас вставим. То есть пустые вниз вставим, а эти наверх, угу. Да? Ну подавит. Не куснул еще, нет, да? Я вроде пока тоже держусь. Thank you.
Все, пока, да? Так, пока закроем. Горячая водичка, чтобы нож полегче срезал. Что-то все равно не то, да? А, лучше. Но опять рамка все равно новая. Старая. Как старая? Старые коричневые какие-то. Потому что новые. Старые коричневые все, а эти лишь белые прям. Да, долгий процесс этот, конечно. Не, ну кто уже владеет, там нормально. Ну, я так понимаю, мы еще это с одним ульем не разобрались, нам еще его... Не, мы почти все разобрались, там осталось Герамича. Еще потом гонять, что-то качать, переливать, сливать. Да, все быстро. Да? Вот самый долгий процесс. Да. Ну, мы когда крутить начнем? Сейчас. Когда вот эти вот подзабьем все, да? Да. А, ну нам там досталось две штуки туда воткнуть. Две осталось? Да, по-моему, две. Блин, какую-нибудь железную емкость бы. Зачем? Какую-нибудь кастрюльку, блин. И что ты будешь делать? Да мы бы сейчас поставили вот это. Направили бы горелку. У нас постоянно горячего дома. Ага. Две, да? Правильно осталось? Ну вот одно осталось и все. Сюда одно. Ну, 2 минуты где-то у тебя ушло на расправку. Может, 2,5. Ну-ка, чуть-чуть, вон оттуда, откуда начни, чтобы я. Да, вот так. Солнышко вышло. А это вот старое, да, наверное? Угу. Старая рамка. На ней старые соты, они легче срезаются. Лёха даже без защиты. Я почему-то думал, что тут сейчас пчел будет миллион. Да. Настраивался на серьезно. Ну, готовился. Как мог. Я думал, сейчас они как нас покусают. Последняя рамка.
Ну и что? Теперь надо ее крутить, да? Так, сейчас мы. Что там? Злые уже, да? А вообще тот на место надо ставить. Чего надо? Это тот, что мы сейчас взяли. Эту верхушку? Угу. Как скажешь. Аж кусается. Да отпускай ее, она все равно. Как раз та пчела улетела одна. Последнюю забирай, вот это, да? Эй! Не-не-не, уйди. Уйди отсюда. Они не ваши, они не любят. Да? Спокойно, стой, да. У меня перчатки еще такие, как назло, красные. Я не знаю, их это не раздражает? Как бы. Как бы. Темные. Да? Ой, там угол весь вообще, глянь, кишмя кишит. Пора валить. Ой-ой-ой. Нам сейчас надо будет дымарь настроить. Для того, чтобы с теми справляться, да? Так-а. Там вообще тьма. Дымарь, что, настроен вроде. Да я так, чтобы он не затух. Так, что нам сейчас вот эту штуку крутить, да? Ух, там уже что-то накапало. Что-то? Там уже самотеком даже уже что-то накапало. Так, убираем эту тряпку. Ну, крути. Будет выглядеть хоть интересно. Слушай, ты там что-то хотел помазать, по-моему, медом, не? Ну, не будем? Смотри, если попробуем. Не крутит, да, как будто бы? Давай другую пробовать. Хочу тебе сказать, запах стоит вообще изумительный. Любопытно, что пчел нет рядом. Ну, останови, посмотри вообще, что там с сотами. Одну хотя бы достань. Вытащи любую, одну, погляди, что с ней. Вытаскивай.
Но это что-то как будто там его сколько было, столько и осталось. Сильно крутим. А? Сильно крутим. Сильно крутим? Ну там, глянь, уже много на дне. Ну-ка. Потише крутить. Чё ты там? Чё за пазл такой? Гравитация сделает свое дело. Ну подождем. Пустые соты как у нас выглядят. Которые уже. Сейчас, подожди. Ну они. Они хоть и блестят, но они внутри пустые. Ну, там кое-где остались. Он, наверное, настолько зрел, что не выкрыл. Ну, понятно, но все равно преимущественно. Преимущественно пустые. Теперь эти все пустые вот идут сюда. Отдельно. Складываются. Это вот свежая. Такая вот разница. Это свежая рамка, а вон та. Старая, прошлогодняя. Пустая? Так. Уже мед. Тоже, наверное, надо накрыть ее, да? Или тут пока без разницы? Тут пчел. Ну, вот это вот накрой. Тут пчел нет пока. Пчела там прилетела одна. А одна вон на рамке, слышь, прилипшая, или нет? Мед и мед. Мед и мед, да? Последнее. Так, и что мы имеем? Там по. Вот там внизу мед. Сейчас я руль помою, надо принести тот корпус. Пустые рамки, какие мы отжали, уже переставляются с одного корпуса в другой. Зачем, пока не знаю. А что, нельзя было вот этот вот корпус туда поставить? Или у них, ну вот этот вот на место второго? Или у них ярусность имеет? Это уже... Все четко у них.
Типа у них ярус каждый отдельный или как? Да нет, они вот эти. Ну просто здесь вот эти палочки, мне охота счищать, все это. Угу. Это уже пустые соты, без меда. Че? Ничего страшного. Теперь что? Вот этот вот корпус им надо обратно поставить, да? Понесу. Вот это тоже. Одевай все на место. Так, где это? Унес? Дымарь. Дымарь, вот он, да. Дымарь разожжем. Разжигай дымарь. Со второго улья сейчас должно как-то полегче пойти. Вроде уже, вроде уже и приловчился. Накусали зато. Накусали. Как ты хотел. Еще укусила? Пытается. Ну, сейчас они прилетели сюда, да. Раньше их не было. Сито. Сейчас будем пробовать сливать. Надо повыше, да? В ведро сливать? Ты только до краев не наливай, потому что она может это...
В идеале, конечно, надо было просто нашу медогонку повыше поставить, да? Как-то надо флягой это все делать, чтобы вот так вот не мучиться. Но это было бы слишком просто. Я просто думал, вон ведро. Вот это сюда едет. Может быть, это хозяин ульев едет? День добрый. Смотрите поаккуратнее, а то мы тут пчел дразним. Туда и куда? Не, ну проходите. Пропустить или что? Вы же не будете тут стоять. Вики. Либо пол фляги почти, да? Эй.